Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет! Как вы поняли, сегодня у нас будет очень интересное видео по Мазингу. Обязательно поставьте лайк, можете также подписаться на канал. Также не забывайте выделить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазинг Реплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита! Итак, пацаны, сегодня будет историческая херня, потому что я буду меняться бизнесами. Первый раз вообще в жизни я именно меняюсь бизнесами. Я не знаю, зря это делаю или нет. Я, получается, буду менять 24 на 7 на магазин оружия в Арзамасе. Я не знаю, уйду я в минус, либо в плюс. Честно, я вот реально не понимаю этого, потому что я не знаю вообще, сколько стоит магазин оружия. Но этот пацанчик его продавал за 150 лямов. И я ему предложил обмен, получается. Мой 24 на 7 на его бизнес с его доплатой 15 миллионов. Потому что у меня как бы вместимость 20 тысяч товаров. Вот я вам даже могу показать. Деньги я в принципе снял сейчас с бизнеса. И сейчас мы будем меняться. Просто я хочу что-то реально новенькое. 24 на 7 это охуенный бизнес, пацаны. Вот реально за свои бабки это просто самый топовый бизнес, который может быть. Давайте я вам финку наконец покажу. Вот финка даже была почти лям 200, понимаете? Лям 200 это на выходных финка была почти. Вот 700 тысяч. Ну финка реально охуенная просто. Мне этот бизнес в месяц там приносил 10-15 миллионов. Хочу, пацаны, что-нибудь новенькое себе купить. Поэтому я как бы хочу поменяться с ним бизнесом и вообще понять, что такое магазин оружия, что это вообще за бизнес и что он из себя представляет. Так, давайте кинем обмен. Обмен бизнесами. Так, если вы не хотите, чтобы игрок доплачивал, вам нужно писать 0. Так, нам нужно писать 261, получается. И потом пишем 15 миллионов. Вы хотите обменять свой бизнес номер 1 на бизнес 40 Степа Винстон. Его доплата 15 миллионов, услуга нотариуса 150 тысяч. Шо, пацаны, погнали, получается. Чем могу еще сказать? Все, делаем обмен бизнесами. Бля, честно, я думаю, я зря это делаю, но надеюсь, как бы я не сильно в минус иду. Так, ожидаем ответа от Степы. Здорово, здорово всем, пацаны. Ой, что я могу сказать? Это пиздец. Давайте я им руку пожму. Итак, вот получается, я купил себе... Ну, как купил? Обменялся бизнесами. 24 на 7 Батырева поменял на магазин оружия в Арзамасе. Я не знаю, зря я это сделал или нет. Ну, как бы он мне еще доплатил 15 лямов. Но эти 15 лямов, скорее всего, уйдут на продукты. Точнее, расширение склада. ГОСКО у него получается 45 миллионов. Давайте цены посмотрим, какие здесь стоят. Бронежилет 18 тысяч. Не, ну цены здесь очень большие, надо будет понизить. Ну, владелец как бы я, сейчас надо будет название поменять. Крышует меня русская мафия. Ну, блин, пацаны, зачем я вообще купил этот бизнес? Точнее, обменялся. Просто непривычно говорить то, что я обменялся бизнесами, потому что я никогда этого не делал. Я обменялся бизнесами, зачем я вообще это сделал? Во-первых, чтобы у меня появился хоть какой-то интерес к игре. Потому что каждый день однообразие мне надоело, и мне скучно играть. Но так у меня теперь есть, получается, магазин оружия, и можно с ним что-нибудь там делать, как-то его улучшать, чем-то заниматься. Можно будет на ВЧ постоянно ходить, потому что, ну, у нас есть свой магазин оружия, по сути. Как бы это все-таки мой бизнес, но как бы и Фомы тоже. Поэтому у нас есть свой бизнес, магазин оружия, понимаете? Это очень круто. Так, давайте вообще посмотрим Бусинес, потому что я до сих пор не смотрел. Госцена 45 миллионов. Владелец я. Баланс 600 тысяч. А, он походу бабки забыл снять, 600 тысяч. Ну, ничего страшного. Так, продукты получается 4 тысячи. Вот надо будет склад увеличить, потому что 4 тысячи это очень мало. Цена за один товар 75 рублей. Состояние открытый. Оплачен он 50 пейдеев оплачен всего лишь. Понимаю. Надо будет сейчас еще его платить, походу, да? Ладно, поехали тогда сейчас в банк. Оплатим бизнес. Насчет финки, пацаны, я вам показывать финку сейчас не буду. Реально, я вам финку показывать не буду. Вот наберете 300 лайков на этом видосе, и я покажу вам финочку в каком-то видосике следующем, например. Поэтому просто возьмите там, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и я уже потом вам покажу финку. Потому что, ну, раскрывать все карты сразу не очень хочется. Поэтому давайте 300 лайкосиков, и я вам покажу финку данного бизнеса. Итак, давайте сейчас, я думаю, закинем сначала деньги. Так, счет бизнеса, пополнить счет бизнеса, чтобы расширить товары. И сейчас надо будет сразу бизнес оплатить. Так, банковский счет пополнить. Давайте пополним на 900 тысяч.
Все, пополняем. Теперь давайте оплатим наш бизнес, чтобы он у нас не слетел, как бы. На 2 дня всего лишь оплачен. Это пиздец просто. Как можно так относиться к бизнесу? Или это когда ты меняешься бизнесами, то оно автоматически слетает? Я просто не знаю. Так, давайте оплатим на 1000. Можно указать так, ну 720, например. 671. Сколько, ебать, 4 миллиона надо, чтобы его оплатить? Нихуя себе. Нихуя себе, 4 миллиона? Окей, хорошо. Подождите. Ебануться просто. 5 лямов тупо надо. Ну ладно, закинем 5 лямов, потому что, ну, выбора нету, пацаны. Надо платить его, потому что, ну, вдруг, я не знаю, у меня интернет пропадет, либо еще что-то. Он тупо слетит. Ну, как бы... Поэтому давайте я плачу лучше его на сколько, 600? 600 сколько там дней надо? 671, да? Ебануться просто. Все, я платил. Да, все, я платил бизнес. У меня осталось лям 900, да, остался? Так, что мы делаем дальше? Бизнес я платил. Теперь можно поехать его улучшить, как бы. Так, приехали мы, получается, в агентство недвижимости. Сейчас будем менять название. Бля, сейчас тупо бабки уходят, как вода просто. Так, улучшение дома, улучшение бизнеса. Срочная закупка, сигнализация, нахуй не надо оно. Так, изменить название бизнеса. 800 тысяч стоит. Понимаю, ебать. Ебать, 24/7 что-то цены много ниже были, чем в этом бизнесе, ебать. Оплата в месяц в этом бизнесе 5 лямов, ебать. В месяц уходит. Я охуел просто. Ну да, вот так вот сделаем. Family Kirill Game, все, отлично. Так, теперь нужно склад увеличить 500 единиц, понимаю. Все, мне уже не хватает, ебать. Ебануться просто, ебать, там цены просто ебанутые. Пиздец, поменять название стоит 850 тысяч. А чтобы увеличить склад на 500 товаров стоит лям 400. Ебать, тут цены ебанутые просто. 24/7 не такое было, ебать. 24/7 намного дешевле все было. Сейчас надо брата теперь в банк ехать, ебать, закидывать бабки. Бля, я думаю, у меня, конечно, меньше денег уйдет. У меня тупо 3 ляма осталось. Было у меня почти 16500, по-моему, у меня было. И осталось тупо 3 ляма. Сейчас тупо все бабки уходят на этот бизнес. Но, блин, надеюсь, оно того стоит. Потому что я на этот бизнес, как бы, ну, надеюсь, то, что он меня не подведет. Так, лям 400, да? И еще можно один разочек, в принципе. И все, вроде бы денег там больше, как бы, нету. Конечно, не 20 тысяч, как у меня было, но... Думаю, тоже нормально будет. Так, надо сейчас поехать цены, как бы, настроить, чтобы нормально было. Я сейчас скидку сделал 50%. Я думаю, должно быть все нормально. Поехали к бизнесу. Надо, короче, сейчас цены реально выставить, чтобы вам было заебись, в принципе, закупаться у меня. Надо сравнить еще какие цены у конкурентов. Всего, я так понял, 3 бизнес-оружия. Поэтому, как бы, надеюсь то, что финка у меня будет хотя бы более-менее нормальная. Я, конечно, не думаю, что тут финка будет такая же самая, как и в 24/7, потому что в 24/7 финка реально бешеная была. Вот реально, кто закупался в 24/7, пацаны, вам большое спасибо. Реально, вы там финку классную делали. Ну, а теперь нужно переключаться на магазин оружия. Ну, как бы, я думаю, оружие тоже много кому надо, в принципе. Так, давайте цены сейчас посмотрим. Такие цены, в принципе, нормальные, да? Полиция приехала, пацаны. Это не за вами, пацаны, приехали у нас? Пацаны, закупайтесь тут брониками, ебать. Тут цены самые пиздатые в мире, нахуй. Вообще, самые пиздатые броники, нахуй. Смотрите, броник 7500, ебать. Дробовик 10 тысяч, пацаны. Ну, красота просто. Броник 7500. Где такого видели, ебать? Ебаный рот. Что, пацаны, вам сказать? Надеюсь, то, что этот бизнес меня не подведет. То, что все будет хорошо. Как бы вот, бусинес. Финочка. Думаю, будет нормально хотя бы. Ну, хотя бы 500 тысяч денег, то будет хорошо, я думаю. Ну, бля, 7 тысяч продуктов, это так мало. Надо будет побольше копить и расширять, получается, количество продуктов, потому что 7 тысяч, это очень сильно мало. Мне кажется, в день только 7 тысяч продуктов будет уходить. Хотя у меня 24/7 в день уходило по 7-10 тысяч продуктов. Но там склад был, конечно, 20 тысяч. Думаю, все будет хорошо, пацаны. Я надеюсь, то, что вы меня поддержите, то, что я поменялся. Да, возможно, как бы я глупо поступил, потому что 24/7, как бы, мне не стабильную прибыль постоянно, как бы 500 тысяч минимум в день было. Это стабильно. Но захотелось, пацаны, чего-то новенького, как бы. Поэтому я решил себе поменяться на, получается, магазин оружия. Но это прикольный бизнес, как бы на ВЧ можно будет постоянно на стримах ходить. У нас есть свой магазин оружия, пацаны. Ну, залетели просто, купили броники, купили дробаши, снайперки и полетели на ВЧ. Мне кажется, будет круто, поэтому я пока что доволен, то, что я приобрел этот бизнес. Но что будет дальше, в принципе, посмотрим. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.